Всем привет! Сегодня мы будем смотреть огромную пушку Гупуса Лупуса, а может еще что-то. Загружай. Оно будет, если что, оно не с первого раза, наверное, загрузится. Да. В смысле? Она мега-супер... Короче, большая и куча... Она мега-супер... Дупер большая и куча блоков в ней. 26 тысяч. Да, очень мощно старался, да? Молодец. Да, 2 недели. Ну, будем ждать, пока загрузится, если сервер не крашнет. Она будет очень долго загружаться. А, она наверху, я тут внизу сижу, думаю, где же она? Она наверху. Ого, она наверху. Вижу, что-то рядышком что... есть. И что, не устал строить? Ну, я чуть-чуть отдыхал. Ой, не надоедало просто. Ну, то, что начал, то надо закончить, как бы. Поэтому да. Многие постройки крутые не доделываются, потому что их забрасывают. Ой, ну ладно, подождем, пока загрузится, но тут очень много всяких таких сгибов на стене. Стрелять-то может? Да, может. Она еще супер-мега-дупер бронированная. Ее почти что нельзя разрушить. Почти. Она как, мощно стреляет? Да. Там почти что все мои пушки, а их на минуточку где-то 200. Ну, для такого орудия это может быть даже мало. Да, согласен. А для чего построил? Чего? А для чего ты построил такую пушку? Не знаю. Защищать что-то, наверное. Ладно, ждем, пока загрузит. Еще, возможно, я что-то с ней сделаю, например. Будешь защищать какой-то город. Мега-супер большую. А тут что за турельки? Эти турельки, я их скоро поставлю на эту пушку. Они будут, пока огромная пушка расстреливает что-то другое, то эти турельки будут сбивать всякие самолеты. А, то самолеты с своими бомбами бесящими дают. Ладно, ждем. Если ты тут надюпаешь пушек, там 5000 или хотя бы 1000, то ты будешь самым мощным. Будет очень жестко лагать и просто куча вот минус блоков. А. Да. Отсюда просто смотри, видно, куда стрелять уже. Не знаю, у меня новый компьютер игровой, но даже на нем очень жестко лагает она. Ой, ладно, я уже графон пониже поставлю. Эту пушку можно позвать на одно мероприятие? На какое? Разбомбить один городок. Какой? Вражеский. Ну да, можно, в принципе. Блин, такая махина просто. Какой-то там, например, крепость какая-то стоит, а он просто один выстрел и все. И тут такой генерал стоит на конце пушки такой, просто смотрит, кто за разбомбит. Это знаешь, на что похоже, если честно? На Дору. Есть же такая огромная арта. Да, знаю. Только это более такой проработанная версия артиллерии. Технологично. Ну, если просто Дора бы была, тут вообще бы она мало чего может делать. Там даже не... А вот просто так, если от лица пушки смотреть, то просто видно. Какой-то графон такой включить, и видно, там, например, во всех 6 командах такие крепости. И ты такой смотришь, и везде и на своей пушке. Ну, короче, очень эпично. Такой сидишь и думаешь, какое же государство лишить жизни. В принципе, когда я ее строил, об этом и думал. У нее еще очень крепкая броня, если что. Если я не говорил. Ты уже говорил, что ни один противник ее даже поломать. Это слишком мощное оружие для этого времени. Я проверял, кстати, сервер, один сервак пытался разрушить это. Если даже в слабые места попадали, я их прорабатывал с каждым разом. Этой пушке нужно добавить такой, типа, лавовый цвет. Вот тут, типа, блин, такой выстрел. Кстати... Оно изначально было такого лавового цвета, да. Но я ее перекрасил в голубой, потому что это мой любимый цвет, да. А ты сам из голубого состоишь, даже твои волосы. Даже твой джетпак. Голубого. Я могу его перекрасить. Да, не надо. Ну, просто когда оно оранжевое, оно такое, ну, типа, знаешь, такой лавовый цвет. Кажется, как будто какая-то махина для смерти. Есть еще такая темная. Как будто ужас такой появляется, и, значит, еще дождик подобавить, и ночь. И такой ужас просто есть... стреляет, и все. У меня есть одна фотка там, где она вообще, типа, только начало этой постройки. И там, где она лавовая еще такая. О, можешь мне скинуть в Дискорде, пока мы ждем? Или не сейчас, осталось? Вот. Мне просто реально какой-то кошмар. Там вот, типа, а, самой пушки нету? Да, вообще нифига. Это не страшно. Когда ты это начинал строить, я вообще думал, какая-то крепость. Это, блин, какое-то орудие. Ну ладно, ждем. О, я видел 300 тысяч блоков. Да неужели оно загрузилось? Реально? Да. Прошло около полчаса, пока оно загрузилось, но оно загрузилось. И мы сменили сервер несколько раз. Два раза. Теперь мы можем полностью посмотреть, а потом можно отключать фиксацию. Давай, теперь она полностью окей, внутри прям декора нет, да. Ну, внутри, да, внутри нечего смотреть. Давай лучше посмотрим на турельки. Они вроде бы одинаковые. Да, они одинаковые, но... А, типа у тебя блоков уже не хватало, поэтому ты... кстати, ну, да. Меня турель съела. Кажись...
Сейчас, подожди, гарпуном тебя. Ой, не надо. Вот. Ну вот есть такая турель, она очень круглая, даже пушка, блин, реально красивая. Держалка есть, тут все круглое. Короче, классная, уж постамент даже крутой есть. Вот такой пулемет. Можешь без коллизии делать? О, сейчас, я вылечу. Ну и таких тут очень много, не знаю, 10, наверное. Также вокруг вот этой как раз штуки везде неон такой. А, кстати, приятный цвет даже, очень приятный. Спасибо. Так. Нет, тут, я знаю, у тебя приятный синий цвет, но это совершенно другой. Тоже очень приятный. Приятнее приятного. Ну, тут сначала похоже, типа, на какую-то крепость. Тут какие-то всякие символы, очень круто. Также вот тут вот эта труба. Да, блин, весит сколько блоков, я даже не знаю. Посмотри, просто она, какая она красивая. Она в себе носит 1000 блоков, ну где-то так. Вот тут ты обязан получить мастер-билдера. А Боба. Тут такие полоски, как и твой друг, кстати. И вот тут это что такое, я не знаю, но оно есть. Да. Ну и таких тут всего 4 штуки, а и мы переходим к самой пушке тогда. Так, лучше есть подставка. Лучше заходить сзади, что... Нет, я просто смотрю сначала, тут есть подставка. О, вот эти дуло очень прикольные вот эти. Вообще топовые вот тут именно. Там дополнительные две пушки, они очень красивые, какая-то панелька. Ага. Вот тут сама пушка, наверное, да? Ну давай заходим что? И попробуем из нее стрельнуть, управлять ей. Хорошо, надо сзади вот заходить, вот тут. Куда? Вот тут, вот так. Секретные проходы начинаются. Так, вот кто первый? Сейчас отфиксируюсь. Если я сейчас все испорчу, второй раз полчаса ждать, это как-то не очень. Ну ладно. Ну ты вряд ли что-нибудь испортишь, поэтому да. Сейчас отфиксируюсь. Ой, ты отфиксировал, да, вот, у меня на FPS был. Оу. Сейчас, подожди, тут еще кое-что настроить надо. Да, парочку круто. Минут, подожди. Огонь! Я стрельнул. Я просто стрельнул. Я просто стрельнул из пушек. А я разве не предупреждал то, что из-за выстрела тоже лагает? Нет, пушка перегрета. Хотя, может, предупреждал, а может и нет. Я без разницы. Ладно, я уже стрельнул. Без разницы. Ах, ладно, еще полчаса подождем. Ничего страшного, я пока поспать успею. Я коллизию убрать не могу. Так, ты покушал, да? Точно не будешь кушать? Да. Да, я пойду покушаю, пока стреляет. Хорошо. Скажешь, когда отвиснет, я пошел. Хорошо. Ну что, загрузилось? Ну вообще-то не загрузилось, а отвисло. Все нормально. Я еще и настроил все. 5 минут прошло. Сейчас быстренько расскажу управление. D это направо, A это налево, W это вверх, S это вниз. И еще X, Z, думаю, разберешься. Ну все, Лисоград, тебе капец. А, я потом возьму тебе пушку. Лисоград, подожди. Ладно, это злейшие враги. Они меня и в космос запускали, это я им должен там... Ладно, можно стрельнуть? Да. Готов к крашу сервера? Давай. Можешь понизить скорость, чтобы так эпично наклонилась? И начался ужас. А если она на низкой, понимаешь? Просто крутящийся момент на большой, на максимальный, потому что из-за вот веса оно просто типа падает. Даже ничего нельзя сделать, поэтому да. Ладно. И скорость колеса на 11 поставлю. А, давай тогда. Эпичное поднятие пушки. Что, дай-ка я графон повыше поставлю. Начинается выстрел смерти по часам. Оу. Оу. Я бы, конечно, хотел бы какую-то крепость, чтобы кто-то загрузил, ее взорвали, но мистеры с крепостью этого не позволят. Они не любят, когда на их крепости тестируют пушки. Поэтому кажется, я знаю, кто это. Да, это те, кого я хочу уничтожить. И чё я стрельнул? Куда стрельнул? Давай попробую стрельнуть вон в тот камушек. Огонь! Пушка моя. Ну, не моя. Я тебя взял пару минут. На аренду. Давай, эти пули. Блин, они насквозь земли проходят. Ну, это из-за лагов. Не, чё это за мячики вылетают с такого огромного дула? Я бы мог бы побольше там понаставить, чтобы там прям лазер был огромный такой. Но оно просто даже один камень не сломало. Они просто, по-моему, не долетают. Да? Ну, а, по-моему. Ну да, у него же лимит стрельбы. Они просто пропадают. Я пытаюсь попасть по цели, в которой невозможно попасть. Давай тогда что-нибудь другое стрельнем. Давай вон в ту ёлку. Ну ладно. Получи его, ёлка. О, ёлка получила. Да, кажись, эта пушка, конечно, большая, но стрелять далеко не может. Если бы сделать иди, то было бы более неловучее круто. Но это более сложно. Я могу несколько пушек сейчас убрать, и тогда она не будет такой ловучей и будет попадать в несколько. Ну, сам декор очень, очень,
очень мощно. На мастер-билдера, короче. Также есть механизмы по типу вращения самой башни. И также можно как раз-таки наклоняться вот так куда-то. Оп-оп. И огонь. Пам. Пим-пум-пум-пум. Эта пушка может нести, наверное, все на своем пути. Но, наверное, от лагов она больше всего взорвет. Пушка готовится к бою. Огонь, огонь. Чем хочешь сказать про свою пушку? Ау. Ну, я бы хотел в зал славы. А кто тебя посмел не пускать? Ну, меня до сих пор не пустили туда. Ну да. Мне кажется, админы не смотрят постройки. Там много построек, которые можно в зал славы. Ну, очень большая и очень логучая постройка это была. Ну и, конечно, очень эпичная и масштабная. Я ее оптимизирую потом, да? Как? Ну, там пушки просто надо убрать несколько. Несколько. Штучек 200, может? Да. А где выход-то? Ну, сейчас сделаем выход. А стоп, ты выход закрываешь? Ну, я знаком с парочку лис. Кто? И они мои друзья, но... Кто? Иногда у нас война. Кто? Скажи. Скажи, может, это те же. Скажи. Ну, например, Фроджин. Он стал лисой. Блин, к ним в ряды это новые лисы поступают. Это Кримсон и Сондер. Они мне и прятки портили, сколько мне врезать приходилось. Ну тогда я за ухо град. Они очень много мне вредили. Пришло время им отомстить. И эта пушка надвинется ним. Но подробнее будет в рарипое, когда мы достроим один склад. Я могу, в принципе, еще показать смысл вот этих вот пушек. О, давай. Ну вот, сюда. Короче, садишься. О, можно я, кстати, ее одену? Хорошо, там надо съесть маленькую конфету. Ну, ты мог бы просто тортик. Короче. Мне хорошо. Ладно. Удали стульчик, пожалуйста. Я ходячая пушка. А чё это для этого предназначается? Самолет летит! Быстро все одеваем костюмы пушек, которые прорезают наши головы насквозь и бежим. Нет. Смотри, ставим вот такую пушку, ее на невидимость ставим и залезаем туда. Залезаем туда, и ты можешь стрелять. ПВП вруби, ПВП. Кстати, ты очень прикольно придумал то, что вот это. Мы. Я как будто снежная пушка. Опом-пум-пум-пум-пум-пум. Вот так могу с тебя стрелять. Пим-пим-пим-пим-пим. То кого? То, конечно, безумно лагает. А-а-а, снаряды годжились. Пулемет убегает от тебя. У меня тоже, в принципе. Ну ладно. Самолеты подбить, в принципе. Ну, красиво еще. А да, есть конфетку. Это можно прятаться. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Ой, ну только у меня руку видно. Ну, была такая огромная пушка. Ой, что это за планета падает вниз? Оу. Бам! О нет, сейчас твоя пушка перевернет. Ну, очень большая, очень классная пушка. Подойдет для уничтожения летающая пушка? Неужели? Я могу, кстати, проспойлернуть следующую постройку. Это будет связано с Хэлли Гэриен и этой пушкой. Да. Покажи. Что? Ну, спойлернерни. Ой, что я сказал? Кстати, эти пушки можно легко двигать, потому что они из пластика, наверное. Они не из пластика, они все из... А, вот эти? Эти из металла. А, ладно. Ну чё, давай спойлер. Ты очень молодец, потому что ты не бросил такой огромный проект такой большой пушки. Наверное, кто-нибудь другой бы просто взял, бросил и все. И этой бы пушки не было. А ты очень сильный молодец. Спасибо. Ну ладно, давай спойлер. Спойлер следующей постройки будет связан с этой пушкой и хеликарином, который был ранее. Той летающей махиной огромной. Так, стоп, дай-ка им я вспомню. Огромная летательная махина твоя. Которая еще была на стриме. А-а-а, тот, типа, это, да, я понял. Он типа как это, а как авианосец, только с этими пропеллерами. И что, ты хочешь эту пушку поместить туда? Ну, хеликарин. Кэриан будет новый и больше, поэтому да. Ты знаешь, какую машину смерти ты собираешься сделать? Да. Ладно, огромное орудие. Ну, это было все. Ну, думаю. В принципе, да. Эту пушку невозможно взорвать, я даже пробовать не буду. Такие огромные бойки, их просто не взорвать, я сам знаю. Твою пушку никто не тронет. Сейчас попробуй туда столько динамита завести. Ой, что ты делаешь там? Разрушаю чуть-чуть. Оу. Нет, такого точно с ней не произойдет. Ну да ладно. Ладно, давай попробуй ее удалить. И удаляю.